Горячая линия по коронавирусной инфекции в Белгородской области. Единый бесплатный номер 122. Колл-центр работает по четырем направлениям. Нажмите 1, чтобы задать вопрос о коронавирусной инфекции. 2, чтобы записаться на прием к врачу и вызвать врача на дом. 3, для вызова экстренной медицинской помощи. 4, чтобы получить консультацию по назначенному лечению. Звездочку, для того, чтобы прослушать еще раз. Если вы выбрали нужную опцию и не получили ответ в течение 5 гудков, не кладите трубку. Ваш звонок вернется оператору. Если вы не воспользовались ни одной из предложенных опций, звонок также переводится на оператора. Операторы горячей линии работают в будние дни с 8:00 до 20:00. В остальное время звонки принимает роботизированная система. Все обращения записываются круглосуточно. Единый номер 122 легко запомнить. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов.